Чё, серьёзно, что ли? Офигеть! Охренеть! Я, наверное, первый раз нахожу это. Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сейчас мы поиграем в Майнкрафт в версии 1.16.5. Итак, у нас сейчас тут проблема небольшая. К нам каким-то образом залетела пчела. Я не понимаю, как это могло произойти. Возможно, я уже забыл, как она сюда залетела. Но, в общем, не суть. Вот этой серии я хочу найти крепость в аду. Возможно, это будет очень долго. Возможно, будет быстро. Ну, давайте начинать уже. Основательно подготовившись, я решил выпустить эту пчелку отсюда. Давай, улетай. К себе домой. Давай. Пока. Нет, только не в портал. Фух. В принципе, все. Можно отправляться. Так, стоп, откуда у меня столько ягод? Ёлки-палки. Окей, ладно. Все, отправляемся. Надеюсь, нам повезет. Блин! Я обосрался что-то. Ладно. Это просто скелет. Ой, щита у нас нет. Ой-ой-ой. Ой. Я пошел. Все-все-все, не беспокойте меня. Я посплю. Все, теперь точно отправляемся. Я готов. Насколько я знаю, надо просто идти и все. И когда-нибудь, спустя пару лет, возможно, больше. Ай-яй, страшные звуки. О, здорово. Тобой торговаться. Да что так лагает-то? Прогрузись, нормальная игра. Что он скажет? Ого. О, это нам тоже может пригодиться, в принципе. Я с собой возьму. Надеюсь, если мы в лаву упадем, мы успеем выпить это. Но пока что побежали. Куда глаза глядят? Ой, что-то как-то много этих чувачков тут собралось. Хорошо, что я взял золотую броню. Так, насколько я знаю, при пиклинах нельзя ломать золотые блоки. Иначе они подумают, что мы воруем золото. Хотя такие есть. Итак, идем. Да, с такой скоростью я буду пару лет искать замок. Тут какая-то генерация интересная. И да, нужно запомнить наши координаты. Сейчас я посмотрю. Минус 98, минус 83. Минус 9... Ну, в общем, минус 100, минус 80. Минус 100, минус 80. Все, запомнили. Так. Блин. А себе туда упал. Ладно. Чё, серьезно, что ли? Офигеть! Охренеть! Я, наверное, первый раз нахожу это. Чё так близко? Серьезно? Ну это просто... Я не знаю, вот... Вот... Если вы подумаете, что это неправда, чуваки, я вам могу отправить сит. Вот... Я честно в шоке, что она так близко. Это крепость, правильно я понимаю? Охренеть. 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 Я просто в шоке. Ой, хорошо, что я взял. Ну это представьте, блин. Я, наверное... Нет, не первый раз, наверное. Во второй раз нахожу я крепость. Но она так близко, это... Просто фортуна мне сказала, давай, Герчик, давай. Тебе я даже помогу, чтобы ты видео снял. Хорошо. Ну это просто... пипец как круто. Я думаю, я тут час проведу, буду искать эту крепость. Новое достижение, чертоги страха. Очевидно, что это не просто... Так, охренеть, охренеть, охренеть. Если бы это было бы сталкер, я бы сейчас обязательно сохранился бы. Так, здесь кончается? Нет? Так, давайте я один блок добуду. Ого, новые крафты. Ага, здесь, смотрите, кончается. Блин, ну это просто круто. Это круто. Ой.
А, это ступеньки. Я не знаю, как устроена вот эта вот крепость. Поэтому просто буду идти по тропинкам. Бегу по тропинке. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, мы на лаве. Нет, ну это как мне повезло, что рандомно сгенерированный сид. И крепость прям так близко. Кстати, адские наросты. Это что за звук? А, это те, как бы сказать это правильно, угольные скелеты, наверное, да? Скелеты и сушители. Если сказать неправильно, то могут пожаловаться кто-нибудь в комментариях. Поэтому я буду говорить так. Это, по-моему, зомби, да? Свинозомби. Их лучше просто не трогать, иначе они стаи все придут. Ой, тут темно стало теперь. Давайте поставим здесь факел. Да не хрюкает и так. Знаешь, что ты здесь. Где-то. Я боюсь, честно говоря, упасть в лаву. Это самое страшное, что может произойти. А, сундук, 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 сундук. Я как-то боюсь, поэтому делаю так. А, нифига себе. Это, наверное, очень хорошо, да? Так, там кто-то есть. Вы не представляете, как я рад. Как я рад тому, что нашел крепость. Нет, ну это мне повезло же очень. Ой! Это же мне повезло настолько, да? Некоторые люди часами ищут крепость и не могут найти. Вот даже Дрим. Он тоже очень долго, я уверен, ищет крепости. Так, стоп, я вернулся туда же. Ну, я, конечно... О-о-о, здорово! Ах, ты иссушение мне дал, да? Так. Нифига себе ты жесткий. Ты мощный, оказывается, скелетяра. Ифриты, ифриты. Они нам и нужны как раз-таки. Так, недолет. Перелет. Цель обнаружена. Он барабаном стреляет, да? О, это не ловушка? Может быть, и ловушка. О, броня, броня, броня. Это то, что нам нужно, кстати. Я буду на коне скакать. Блин, а ведь до прохождения Майнкрафта мне осталось совсем немножко вот найти кучу эндерперлов и найти вот эту вот крепость, которая в обычном мире. А где все? Ух ты ж, елки-палки! На тебе! На тебе! На тебе! А, понял, три удара. Слушайте, давайте поставим лайк за такое везение, за такую удачу. Давайте мне поставим лайк, чтоб я здесь не сдох. Потому что я что-то очкую. Что-то я очкую, если честно. Побежали туда. Ага, вижу, вижу, вижу. А, ты же у нас высокий. Я ж тут был. Да что, я кругами хожу, что ли? О, спавнер! Короче, вот здесь они все, эти... Ифриты. У меня такое ощущение, что у меня одна жизнь, типа. Поэтому я играю очень осторожно. О, сгорело. Честно говоря, неудачное расположение для этой лавы. Ай-яй-яй! А-а-а! Жестко. Ну хоть здесь зелье помогло. Сейчас давайте восстановим здоровье. И доделаем свои дела. Хорошо, что я это зелье взял. Я бы сейчас сдох, вот, например. Я чисто испортил тут свое строение. Вот я молодец.
Я ничего не вижу. Но я лаву все разбил. Молодец я. Молодец, молодец. Похлопайте. У меня есть минута. Так, и сейчас она кончается через 20 секунд. Поэтому мне надо замочить Ифрита. И убежать. Еды у меня совсем нет. Ну, кроме 3 стейков, но это мало. Их там прям куча, по-моему, да? Вы слышите? Знаете, что я тут подумал? Лучше вернуться, пока я жив. И нормально все сделать. Чем вот так вот издеваться над собой. Возьмем нормальную броньку. Придем сюда нормальными. И все. И всем. Сами понимаете, что. Кранты. А здесь еще один спавнер, что ли? Я не пойму. Может, здесь поудачнее? Я вот спавнер! Вот это вот получше спавнер, честно говоря. Ой-ой. Добиваем лопаты. Ой-ой-ой, ой-ой, меня бьют. Бежим. Так. Ставим один блок. Нет, два блока. Доказательство, что здесь что-то есть. Итак, валим отсюда, пока мы живы. Валим. Смотрим седы. Нам нужно двигаться в ту сторону. Ага, все. Вот и выход. Так, стоп, а откуда я? Короче, нам надо выше. Надеюсь, меня пигмены не добьют. Я потерялся. Так, стоп. Не будем добывать золото. У нас и так... Берем, короче, все свои вещи, нормальные и ненормальные. Берем, берем, берем. Так, и... Нам нужно еще золотые ботинки. Хорошо. Там сейчас все пропадет. Блин. Ну так побежали? Ну так побежали. Нам прям надо срочно туда идти. 90-90-90 координаты. Или минус 90-90. Так. У меня с собой все золотые ботинки. Все в норме? А, там какой-то маленький хрюник. А! Бежим, бежим, бежим. Ага, все, я вспомнил. Я здесь проходил. Надеюсь, здесь никаких больших хрюшек нет. Все. А, нет, не все. А где? А, вот он, скрытый проход здесь. Все, теперь я вспомнил. Охренеть! Офигеть! Нам нужно выше. Надеюсь, это оно. Вещи спасены. Слава богу. Вещи спасены. О, он торговать начал. Хорошо. Кажись, я все тут перебрал. И этот хрюник, в общем, забрал немножечко вещей. Проблема моя в том, что я не взял еды нормальной. Поэтому я сейчас пойду и вернусь. А? Сюда? Сюда, да. В общем, побежали. Так. Ёлки-палки, сколько у вас? В принципе, если быстро бежать, то можно и сдохнуть. Бежим. Техника бегуна. О, это что за магия, а? Ну ладно. Монстры? Вижу монстра одного. И все.
Монстры рядом. Ну вы видели, а? Обалдеть. Он сломал верстак. А нет, не сломал. Походу, сундуки он как раз таки сломал. Хорошо. Все-таки... пластинку игровательный аппарат. Короче, просто складываем все подряд. А ты откуда? Вас там много, что ли? Извини. Ну ладно. Так, теперь у нас нашествие куриц. А ты отойди, пожалуйста. Ну, можно сказать, что восстановлено частично. Так, я не понял, а почему у меня там кнопка стоит? Ладно. В общем, пока мы тут разбирались, уже наступил день. И мне надо срубить дерево. Немного стекла у нас было. Так, а теперь надо смотаться и разобраться уже с этим спавном дурацких всяких мобов. Где они спавнятся вообще? Они типа приходят, что ли? Я не пойму. А если я дверь поставлю, они тоже спавнятся будут? Ну типа вот так. Типа светло тут. Именно поэтому подвал не лучшая идея. Ладно? Подвал дома лучше не ставить. Так, давайте вот такой прозрачный, потому что мы не знаем, что там может скрываться. И давайте, чтобы было видно, что там может скрываться. Походу, пластиночный аппарат испортился. Давайте посмотрим, что там с моб-фермой. Мне интересно посмотреть. Надеюсь, там подстава меня никакой не ждет. Ой, я случайно с собой взял кучу золота. Что-то маловато, честно говоря. Ну ладно. Вижу цель. Где наша цель? Цель потеряна. Итак, ну по сути мы готовы. Я хочу проверить... мой способ торговли с пиглинами. Ну как мой способ? Не мой он, полностью не мой. Но я увидел его где-то и буду его использовать. Итак, попробуем. Надеюсь, нам опять зелье выпадет или еще что-нибудь покруче даже. Но сначала надо разобраться с этими чудаками. Получайте. Нужно найти пиглина. Так, а теперь берем и ставим все по порядку. А теперь даем ему кучу золота. Да блин. Что это было? Да что такое? Это, по-моему, самый худший способ торговли с пиглинами. Это самый худший способ торговли с пиглинами. Я не знаю. Да. А что за скорость души? А! Извините, парни. Ребята, я свой. Я свой. Не трожьте. Понял. Я свой. Если что, ладно. Давай. Вот куда ты все дел, а? Вот тварь. Воришка. Я записываю уж долго. Постараюсь фармить ифритов
Недолго. Сами понимаете логику идиотизма. Надеюсь, я не просру. Я, честно говоря, уже не помню, куда идти. Ну, в общем, вот обломок. Давайте сюда зайдем просто и будем идти. А чё сразу вдвоём-то? Так, валим, 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 валим. Да что за... Я не знаю, нам поможет просто бег. Бежим! 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 Вот здесь ботинки скорость души нам бы очень даже были бы на пользу. Просто бежим. Бежим. Не трожьте. Да они меня поджидали. Они хотят отомстить. Бежим. Все. Фух. А хотя нет, не все. Нам надо еще найти наши вещи. Я слышу, он идет за нами. Все, наши вещи. Мы их нашли. Ёлки-палки, не идите сюда. Я не готов с вами сражаться. Я понял. Их убивать не так-то просто. Надо быть чуть-чуть поосторожнее. В битве с ними. Бить их по одному надо. Ни хрена их тут сколько. Ай-яй. Огненных стержней. Я думаю, этого недостаточно. Давайте хотя бы 30. Походу пора возвращаться, потому что еда закончилась. Был стак ягод и пару хлебов, и все закончилось. Все, валим отсюда. Вот это подстава. Валим отсюда. Валим отсюда. Еще немножко и... Поэтому валим. Валим, валим, валим. Теперь это его дом. Он что там? Фу. Смотрите, итого у нас 17 этих... палочек, стержни. И мы кучу всего вон понабрали, но все это бесполезно как-то немножко. Кроме кожи, естественно. Так, давайте сделаем книги. Итак, у нас 10 книг. О, баги пошли, смотрите. В общем, Майнкрафт крашнулся. Я испугался, что все потеряно, но, к счастью, фух, повезло мне. Повезло. К нам дружок пришел.
Очевидно, подружиться хочет. Отлично. Все, я сделал то, что хотел. Пойдемте в ад, я покажу, что я хотел сделать и что я сделал. Офигеть, 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 офигеть. Офигеть. А-а-а, там что-то сгорело. Пипец. Надеюсь, их там нету. Долбанные хоглины. Они убьют кого угодно. Так, выманиваем их отсюда подальше. Ах ты ж тварь! Ну пипец, блин. Да. Чё-то я совсем напортачил. Кажись, все вернули почти. Явно тут что-то сгорело. Ну да ладно. Нет! В общем, ух, наконец-то я сюда пришел. Наконец-то мне никто мешать не будет. Наверное. А где? Redstone fire. А, все, я вижу. Да что такое? Вот. Нам нужно найти Пиклина. Пиклин. Вот и весь смысл в том, что эта штука быстро двигается и типа туда-сюда. Я правда не знаю, работает это или нет. Ой, камера, извини. Потихоньку наша библиотека, так сказать, увеличивается. Итак, проверяем нашу ферму. Картошки сколько, смотрите. Вот, смотрите. Итак, я думаю, что достаточно мы сделали за эту серию. Целых 17 стержней. Сколько? 5 жемчугов. Всего у нас теперь сколько, вот смотрите, картошки и всего прочего. Давайте скрафтим хлеб. Мне интересно, сколько. 24 хлеба. Хорош. Так, давайте с картошку на жарку поставим. И будем на этом заканчивать. Огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ну а с вами был Супер Гирчик. И всем гудбай. Ладно.